Каждый второй казахстанец подает заявление на регистрацию брака онлайн. Всего с начала года в ЗАГСы страны обратились порядка 116 тысяч пар. И половина из них сделала это через портал ЕГОВ. Услуга начала работать в 2010 году. Чтобы подать заявление онлайн, будущие супруги должны иметь электронные подписи, вступать в брак в первый раз и не иметь детей. В случае отклонения от любого условия, подача заявления через портал невозможна. Это как бы удобно для граждан. Самим они экономят время, и сразу к ним в личный кабинет поступает ответ, уведомление с указанием даты и времени назначения заключения брака. У нас постепенно увеличивается рост обращений в электронном формате. С каждым годом на 20-25% увеличивается.